болит не штука. А вот как дорогу одолеть? И у черта, и у бога на одну медаль счету. Ты российская дорога, семь загибов на версту. Нет хама, значит будет яма. Рытвина, уронить левее. Ух, дорога, ты скажи нам прямо, по тебе ли ездят на тот свет? И у черта, и у бога на одну медаль счету. Ты российская дорога, семь загибов на версту. Но согласны и со мной лапать, как нам наши версты не любить? Ведь браниться здесь мудрее, чем плакать, а спасаться легче, чем ловить. И у черта, и у бога на одну медаль счету. Ты российская дорога, семь загибов на версту. Вот Господь сказал, что по вере вашей да будет вам. Вот. И вот это вот, то есть, как вот человек верует, да, и он приходит к Богу, да, там не сразу, да, постепенно, вот как вот набирает обороты, да, как вот колесо, да, или автомобиль, да, набирает обороты. Вот так же человек, он приходит постепенно, да, вот там вот у него вот горит, да, вот люди говорят, что я вот не верую, да, ни во что не верую, вот. Все равно Господь никогда не гасит вот эти вот искорки, которые там вот, они тлеют, тлеют, но потом достаточно какое-то вот даже вот чудо, да, например, какого-то, то есть, или какого-то толчка, да. То есть, либо потрясение жизненного, либо еще что-то. То есть, и человек, он уже меняется и уже вспоминает о Боге. Наши цели, что мы перешли, куда пришли, все друзья, ну, конечно, дорога там ужасная. Через болото даже там дали нам показания, пришли. Надо обязательно там ремонтировать. Но цель наша была, я когда по карту мне показали, я чувствую по карте энергетика. Ну, слово энергетика, оно, наверное, в православии, наверное, благодать Божия. Да. А вы вообще смотрели программу? Я как раз вот в воскресенье, ну, приехал из Чижей. И включил новости, вот посмотрите, и, ну так, щелк канал. И смотрю, я сразу звоню Жене. Значит, посмотрю. Говорю, да нет, вчера был. А как вы думаете вообще по поводу экстрасенсора? Я, как священник, скажу свое мнение, что лучше, конечно, к храму прийти. То есть, скажу, что... Если 30, дорога лежит, то через есть, это? Если дорога лежит, то есть... Но лучше через веру, потом иди через веру, через Бога, через... То есть, все равно нужно все в церковь, то есть, чтобы это было. То есть, я же тоже это изделие с помощью своего веры, но Бог-то единый, Бог, прошу Бог, его, да. Но троечник, на своем языке. То есть, знаю, что вот только в церкви. То есть вот это вот. Ну, да. Категорически говорит, правда. У нас так же говорит. Ну, значит. То есть, не, я так скажу, что я с этим никогда не сталкивался. Ну так вот. То есть, получается, другие слова вы не верите. Правильно? Вот, что в экстрасенсорику? Да. Нет. Ну, то есть, верю в чудо Божие. Вот, то есть, которое совершается, правильно, по вере человека. Борис, человек православный, я обязательно говорю, надо в церковь ходить. Дом Бога. Обязательно надо молитвы жить. Если человек мусульманин, обязательно в мечеть ходить. Поэтому это дом Бога. Да. И верить чистым в экстрасенсорике – это грех. Я не хочу, когда люди ко мне придут, чтобы верили в меня. Нет, это грех. Да. И чтобы верили в Бога. Я им помогаю, я объясняю. Вот именно так оно. Все правильно. Умиде Омери. Чешмой ман,
دل من عاشق شه اونو میخواد میرم از جای خانیش اگه بره دیگه نیاد برو برو هر جا بگو که یار من دیوونه بود عاشق نبودی میدونم بودن من بهونه بود برو برو هر جا بگو که یار من دیوونه بود عاشق نبود доносит, что на месте, где сейчас источник, где стоит крест, явилась икона Пресвятой Троицы, которая, к сожалению, до нашего времени она не дошла. Вот она в 95 году она была украдена из Казанского храма, здесь рядом. И решено было построить местными жителями храм. Храм сначала был деревянный, как и все храмы у нас на Руси. Затем уже каменное строительство, когда началось, и местные жители делали кирпич здесь же, рядом, в деревнях, привозили сюда. И храм деревянный, он сменился кирпичным. В летописи написано, что из-за своей ветхости, то есть уже был старый такой храм. И храм строился кирпичным, он постепенно строился. Сначала та часть, которая вот сейчас разрушена. Затем строилась колокольня и предел в честь преподобного Сергия. Здесь было чудо. Местные крестьяне, у них была девочка, которая с малых лет она не ходила, то есть ноги ее носили всегда. И проезжая через храм, они умыли ее, поехали дальше. И она уже в лесу спрыгивает с телеги и пошла за ягодами. Родители такой паники, вот как это так, они ее видели, что она на них не ходила, и вот этот вот Божий промысел, вот это, на этой девочке он был, она сейчас уже, к сожалению, уже бабушка и умерла уже, вот. Но осталась ее дочь, которая это чудо, она подтвердить даже может, то есть, вот, и этот вот храм деревянный, в котором мы сейчас находимся, он был построен вот буквально за 3 месяца. Вот. Потому что место само святое, и Господь, Он всегда, Пресвятая Троица, помогает в этом, то есть подталкивает нас. И самое, наверное, главное здесь, и больной, такой больной вопрос, это вот дорога, по которой вы сегодня шли, вы видели эту дорогу. Прихожан не так много, вот сколько там, в Москве или еще где-то. Вот. И все это из-за дороги. То есть одна такая боль, которую мы просим у Господа, это, конечно же, дорога, без которой здесь, ну просто, то есть храм, конечно, будет существовать, он и без дороги он будет существовать. Вот. А чтобы приехать людям, тем же бабушкам, вот, мы-то молодые, мы еще так пройдем где-то, но бабушкам подвоз стройматериала, чтобы восстанавливать этот храм.
Вот это, конечно, грандиозный. Это и затраты, и все. Вот. Так что я вас поздравляю, что вы пришли сегодня. Потому что, наверное, у каждого дела свои. Какие-то оставили, наверное, дом, какие-то, может быть, развлечения. Вот. И пришли в наш храм, чтобы помолиться у Пресвятой Троицы. Попросить, конечно, себе что-то хорошего, доброго. Вот. Я вам желаю этого тоже двумя руками. Все вот говорят, ауру здесь. Это, конечно, ауру, да, как сегодня это слово такое модное. Но это, конечно, благодать Божия, которая на этом месте. Пришли сюда недавно, уже второй год здесь. Вот. И трудимся здесь во славу Божию для блага русского народа, на благо церкви. Хотел спросить, часто ходит к вам сюда? Мы вот возим на машинах на двух селах. Бывает один, когда как, когда пешком ходим. А вот сейчас поехали, да? Вот сейчас поехали бабушек, отвезли. Вот. Ну, то есть бывает много народу придет, человек 20, вот, бывает 10, бывает 5. То есть, ну, церковь, она, конечно, и от народа тоже, но совершение литургии, это, конечно, для человека, священник служит, если литургия, то он служит ее и за себя, и за всех людей. Пришли ли они, не пришли, все равно за них молятся, за все деревни, которые относятся к приходу. Вот. Скажите, пожалуйста, как вы познакомились с Мигди? С Мигди мы познакомились совершенно случайно. Он приехал сюда вот, с Леонидом. Леонид сказал, что это туристы. Вот. И так вот мы с ним познакомились, так вот у нас завязалась какая-то дружба, вот, которая, дай бог, она и будет. Вот. И Мигди такой, ну, хороший человек, вот, могу сказать. И в водах тоже хороший человек. Вот. То есть они друг друга как бы дополняют. Вот. Так что вот так познакомились. И к нему ездил когда и домой. Мы первый раз приехали. Конечно, здесь очень хорошая атмосфера, аура, модные слова. И, конечно, вот давно я чувствовал, когда пришли сюда, что здесь брошено, конечно. Люди пришли нехорошие. А сейчас христианисты, конечно, следит и сделали такое прекрасное место, чтобы люди пришли помолиться, да? И вообще давно до этого люди пришли, опять же, хорошие люди, помолились здесь, просили Бога о помощи. Сейчас некоторое время назад здесь кладбище посещали сатанисты. Ну и... Это не сказал? Да, да. И прочие тут, и копатели всякие. Вот. Ну и, конечно, они тут и делов натворили, и, конечно, и душа у каждого священника, и не только, наверное, у священника, а у каждого христианина, она болит за... Те раны, которые остались еще после эпохи этой богоборческой. Вот, и нашему поколению надо приложить все усилия, чтобы вот это вот все искупить вот это вот перед Богом. Вот. Вы извините, я плохо себя просто чувствую, я болею. Вот. У меня вчера температура была. Вот. Ну, наверное, все сейчас пойдем покушаем. Чай. Ну, а мы благодарны. Благодарны. Мигди, благодарные Вадаху за то, что нам все-таки открыли такое место. Мы приехали, например, издалека, и мы очень жалеем об этом, что мы из Сибири, мы из далекой Сибири, с Кемеровской области, с города Новокузнецка. Поэтому для нас это очень даже достопримечательно, даже вот как-то даже душой действительно, что мы вот все вместе, независимо от того, русские или не русские, и это здорово, что и мы, конечно, тоже будем обязательно говорить своим россиянам, своим жителям, что есть такое святое место, где очень хорошо нас приняли, где действительно можно отдохнуть душой. Мы благодарны вам за это. Отец Дионисий, практически через месяц, там уже 3 человека, которые обещали вообще приехать, не знали, сколько стоит дорога.